Всем приятной жизни, это психиатр, мы продолжаем играть в Skyrim. Так, мне вообще-то надо в этот, и мы идем туда. Что там такое? Дракон сидит. Блин, он что, живой, что ли? Чё он хвостом виляет? Ха, прикольно. Сам нашел дракона. Да спаси ты, Skyrim. Блин, ну дракон вообще дохлый. Если бы хотя бы пяток был. Дракоша. Так. Туфта какая-то. Ну зато душа. Чё? Дракон, видимо, тут зарождаются. Вот он такой дохлый. Или чё, я не знаю. Ох, 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 ох. Блин, ну что ты не можешь залезть-то? Ну там слово, блин, силы, сука. Залезай, скотина. Так, ну, видимо, как-то отсюда надо, да, по дороге. Давакин, Давакин, да спасет ваш Skyrim. Номан, Номун. Твою мать. Я тебя не ожидал увидеть. Ты что ли тут драконов штампуешь? Ах ты сука. Ух ты, Корис. Блин, прикольно. Кориса зафигачили. Так, всю хрень. Бомбу чё возьмем? Крутяк. Корис. Кто еще, блин, вякнул? Ты кто такой? Поклонник? Местный, что ли? Блин, а живучий поклонник, знаете. Шо ты, блин? Поклоняющихся. Ух ты, прикольно, картина какая-то. Чисто взяли квест, выполнили. Да.
Ой, шо, как все темно стало. Глупец. Силы. Так и шо? Так и шо тут, собственно? Блин, сюда никак нельзя зайти. Случаем. Вовнутрь, может быть. Нет? Может, он там? Нет, казалось. Казалось, что тут пещера какая-то есть. Странное место, на самом деле. Давай кинда спасет ваш Скайрим. Номан. Так. Окей. Значит, куда мне теперь-то надо? Собственно. Блин, а тут нет этого очищено, типа. Откуда он нас кидает? Сюда он нас кидает. Чубсик уже ушел в мир иной. Ой-ой. Так, ладно, давайте, значит, это... О-во! Теперь очищенно пишет. Отлично. Так, куда нам нужно-то? Что мне с этим сделать? Не в гильдию воров. А куда? Что, просто выполнил и все? Так, надо убить тамошнего великана. Так, и где это? Это тут, что ли, лагерь сломанная нога? Что-то я не понял. Что за хрень? Не, ну давайте. Чё? На этот лагерь, что ли, сходим. Чё-то я не вкуриваю его найти. Так, ну хоть тут все тихо. Да блин, как мне поставить метку, грёбаная хрень? Давай. В какую сторону мне идти? Эту. В поисках перышка. Будем мы там. Так. Тиби-тиби-дым. Блин, ну тут гейзеры какие-то.
Так я даже тут поплавать не могу. Опа. Интересно, какой конечный дух. Круто. Так, бивень мамонта, золото. Палец великана. Так, сколько у меня перевеса? 3 килограмма. Блин, драконьи кости не выложил. Ладно, сейчас выкинем что-нибудь. Есть что ненужное? Вот. Так, а где второй великан? Ёшкин кот, что это было? Блин. Это все фигня. Вот шлем возьму. А, вот второй. Что у меня еще есть? Такое ненужное. Что с одежды что прихватил? Блин, можно вот это на самом деле выкинуть. Всю нордскую фигню. Ну я что-то все продать хотел. Да блин. Не, ну вы что, издеваетесь, ёптель? А? Что мне выкинуть? Книги, ингредиенты, пища. А, так это пища. Мамонтового сыра. Ну и съешь тогда. Блин, такие звуки стрёмные какие-то. Блин, а где же мне искать это перо? Что-то я не вкуриваю немного. Тут где? Блин, ну чё за квест непонятный? Ну вы чё, издеваетесь, что ли? Да блин, ну какого хрена?
хранилище. Ой, господи, древо. На озере, на дне озера Хонрик. Это, блин, озеро. Я вообще непонятно чё. Дом. Крёбаное озеро. Тут что ли где? Твою мать. С водопада упали. Крёбаное перышко не можем найти. В общем, я хз, где оно тут. На этом не озеро. Это вообще какая-то река. Оно еще хоть подсветилось. Так вообще трындец. Искать. Ой, ладно, давайте другой квест, что ли, блин. Найти владельца, офигенно. Найти владельца. Книги. Блин, может вот это начать или хз. Ладно, давайте возвращение сумерек, что ли. Да, нам теперь отправить. Ой, господи. Так. Ой, сумеречная гробница. Черт знает где. Кстати, Фолкрит можно. Открыть бы. Ну давайте отсюда начнем такое путешествие. Вот, почему бы и нет. Вот, ладненько, давайте начнем его уже в следующем выпуске. А этот я на этом закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Психиатр.